за целый день ничего стоящего. Найди что-нибудь, что можно продать. Святые железяки. Великан! А я богат! Богат! Распродажа, налетай! Мне одну ногу. А мне руку. Голова моя. А этот сколько стоит? Только не за голову, не за голову! Да не мной! Почему я не помню свое имя? Кто этот зеленый здоровяк? Что твоя ржавая цепь делает у меня в заду? Теперь мы будем вместе. Там вдалеке дым виден, похоже на город. Там мы точно перережем эту цепь. Объясните, что для вас значит эта цепь? Она просто соединяет меня с задом моего приятеля. Но это ничего не значит, ясно? Абсолютно. Добро пожаловать на наше шоу! Кубокон вернулся, и у него есть новое оружие. Самое лучшее и самое надежное оружие в мире. 99 центов. Я всю жизнь собирал это оружие. Мы вместе установим новый мировой порядок. Ладно, дорогуша, давай посмотрим, стоишь ли ты выложенных за тебя денег. Полетели! Каждый из нас родился с каким-то предназначением. Это настоящий полуденный бомбомет. Осталось разобраться, как он работает. Я знаю, в чем мое предназначение. Держитесь крепче! Пронесло. Обычно буква падает сверху. Думаю, тебе подойдет имя Микро. Микро? У тебя большая голова, но в остальном ты Микро. Ничего подобного!